Oui, j'en étais passionnée. Il était convaincant, mais je restais fidèle à mes obligations. Cette histoire scandaleuse n'est que bêtise. Dans notre société, une bonne liaison est placée au-dessus des succès diplomatiques et des victoires militaires. Nathalie restait forte, même pour son Altesse impériale. Faisons croire à tout le monde que ce n'est que moi qui ai réussi à faire Nathalie tromper son frisé. Oui, ce salaud courtise Nathalie depuis longtemps. Je suis convaincu qu'elle m'est fidèle, mais comment convaincre les autres? Le seul moyen de faire ça est d'être soumis à un danger mortel. Je ne vois pas d'autre option que de le défier en duel dès que possible. Еще в 1880 году на открытии памятника Пушкину Тургенев сказал: «Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык, а также ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно установить язык и создать литературу». Эх, какой великий был человек, а сгинул, как заяц. Êtes-vous prêt? Comme vous voulez. Русский слог сотни лет томился под спудом церковных отправлений. Петр Великий попытался обновить российское слово, но поднаторел в этом деле явно недостаточно. Притом, заметим, по его же вине русский язык покрылся барочным налетом и распруха чужеродных слов. Не при дамах будет сказано, словно эдакой застарелый гальюн. Так бы он и стоял непочатый, но явился Пушкин. Одаренный превосходным гением, как бы неким вантузом, он прочистил российский язык и избавил его от многих обветшалых и неприятных для уха слов. Сам же Пушкин начал писать чистым слогом, понятным каждому состоянию. А потому он и заслужил славу преобразователя нашего отечественного слова. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться! Чем больше проходит времени со дня смерти выдающегося человека, тем легче его жизнь превратить в миф, а заслуги раздуть до невероятных размеров. Это началось еще при жизни Пушкина, достигло же апогея через 100 лет после его смерти. Такого почитания, как Пушкин в годы Советского Союза, не удостаивался ни один русский писатель. Пушкин стал не только выразителем наиболее передового революционного мировоззрения современной ему эпохи, но и создателем русского литературного языка. Впрочем, когда читаешь других авторов-современников Александра Сергеевича, не особо понятно, а чем же его язык так отличается от других, что в нем такого особого, за что он вообще удостоился такого почета. Неискушенный читатель этой разницы не заметит, да и даже профессиональному языковеду необходимо потрудиться, чтобы уловить исключительные особенности пушкинского языка. Странное положение дел для того, кто якобы установил язык и создал литературу, не находите? Давайте сначала поговорим о том, чего Пушкин точно не делал, но что ему могут ошибочно приписывать. Пушкин не реформировал и не стандартизировал язык. Во времена Пушкина нормировать язык уже было не нужно. Конечно, оставались языковые вариативности, но они суть и сейчас. Но во времена Пушкина уже не было ничего того, что можно было на каждом шагу встретить в текстах начала и середины 18 века, то есть произвольное смешение форм русского разговорного языка, церковно-славянского, приказного стиля и новых европейских заимствований и калек. Вот показательный пример из авантюрно-любовной повести петровских времен. Красным выделено то, что уже ушло из живой речи, но относилось к церковно-славянскому языку. Синим – к приказному стилю, желтым – к новым европейским заимствованиям. В единое же время указали маршировать и набирать младших матросов за моря в Голландию для наук арифметических и разных языков. Тукмонова Василия в старшей не командировали с младшими матросами, но оставлен быть в Кронштадте. Подобное смешение постепенно исчезло к середине 18 века. Ломоносов в некотором смысле положил конец таким вольностям. Его «Российская грамматика» 1755 года – это руководство к тому, какие формы следует использовать, а какие нет. Таким образом, при Пушкине уже не был актуален вопрос грамматики литературного языка. Она уже устоялась, и в целом она даже ничем не отличается от современной. Юного Пушкина в лицее уже учили точно такому же русскому языку, что и в других светских учебных заведениях. Пушкин писал грамматически тем же самым языком, что и все остальные в его время.
Стоит помнить, что Пушкин не был академиком и языковедом. Он не выпускал ни грамматик, ни словарей, ни пособий, ни методичек. Да, Пушкин много высказывался по вопросам языка, но его суждения были весьма общего характера. Их мы рассмотрим чуть позже. Пушкин не изменил русский синтаксис. Характерная особенность текстов 18 века – это очень странный для современных людей порядок слов. Здесь смешалось все. И церковнославянское, и латинское, и греческое, и немецкое, и французское влияние, и общая тяга эпохи к тому, чтобы сделать прозу поэтизированной и по-барочному витиеватой. Взглянем на отрывок из Тредьяковского. «Я из глубины сердца желаю, чтоб, хотя ныне сияние весьма и всеконечно надобное, но целые народы громко и прочно, да и больше, может быть, нежели все иное, и едва ли меньше, коли пальма, полученная за доблестные деяния, воспеваемые ей в роды, прославляющая наука, здесь процвела и эпическую доброгласную трубою, как цветет уже некоторых струн звоном». Итак, Саша, скажи, что ты думаешь о языке этой цитаты и как ты понимаешь ее смысл? Хотя ныне сияние весьма и всеконечно надобное. Что это, к чему? Что-то слишком много эпитетов, кажется. Ты что-то переборщил. Правда, это жесть какая-то. Да. Ничего, я не понимаю, даже что с чем сочетается. То есть даже, знаешь, латинские стихи проще читать, чем вот эту херню. Такое ощущение, что у меня какой-то заплелись мозги. Я просто представляю, что какой-то тост на свадьбе, знаешь? Как вы уже поняли, прочесть и с первого раза понять это просто невозможно. Говорить таким языком, положим, читать лекцию перед аудиторией, просто немыслимо, потому что на слух это бессвязный бред. И дело не только в том, что это старый текст, это трудно было понять и современникам. Для той эпохи форма, красота слога были важнее, чем ясность. Хитроумный порядок слов почитался торжественным и красивым. Многие по этому поводу сокрушались, но так писать не переставали до конца 18 века. Даже Ломоносов ничего не предписывает для упрощения синтаксиса. Напротив того, он советует в высоком слоге так и писать, да и сами его сочинения не очень уж просты по порядку слов. Радикально изменил положение дел Карамзин. Он отвергнул авторитет Ломоносова и создал новые правила синтаксиса. С одной стороны, он ориентировался на французскую фразу с ее прямым порядком слов, с логически мотивированным построением, зачастую короткую. С другой – на русскую разговорную. Так что и Пушкин, и все другое образованное общество уже писали с тем же синтаксисом, которому проложил дорогу Карамзин. Пушкин признавал преемственность с ним и сам считал Карамзина главным реформатором русского языка. Один пример из карамзинского текста. Вы увидите, что предложения достаточно кратки, а части сложных предложений не очень велики. Смысл улавливается без труда даже на слух. Также для самого Карамзина было важно, чтобы такой язык был понятен и салонным дамам. Ведь хитроумное плетение словес могло и расстроить их тягу к чтению. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обеднели. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. Был такой поэт Иван Семенович Барков. И у Пушкина с ним были, скажем так, прохладные отношения. Анекдот. Сидит как-то Пушкин, пописывает свои стишки, вдруг глядит в окошко, а по улице идет сам Иван Семенович. Думает Пушкин, проучу-ка я сейчас Баркова. Возьму щипцами медный пятак на свечке нагрею, Баркову под ноги кину, он его поднимет, обождется, уронит. Неловкая оказия выйдет. А потом, когда пятак остынет, я спущусь и подниму его. Прошу заметить, в то время медный пятак – это крупная сумма. В общем, так Пушкин и сделал. Взял щипцами медный пятак, на свечке нагрел, Баркову под ноги кинул, тот уже было протянул руку, чтобы его взять, но чувствует, что пятак раскаленный, сейчас его поднимет, обождется, уронит, неловкая оказия выйдет. Еще глянул наверх, а Пушкин смотрит из окошка, ухмыляется. Думает Барков, проучу-ка я сейчас Пушкина своей струей пятак, остужу, брать, разумеется, не стану, дальше пойду. Я ничего не потеряю, и Пушкина проучу, еще и без денег оставлю. Он же не хочет дворянской чести лишиться, не будет при всех обоссанный пятак поднимать.
Так Барков и сделал. Ширинку расстегнул, пятак обоссал и ушел в усвояси. Вот такая история о том, как Барков не дал Пушкину себя разыграть, его самого проучил, да еще и без денег оставил. Пушкин не очистил русский язык от церковно-славянизмов. Церковно-славянский язык оказывал огромное влияние на русский с самого принятия христианства. Об этом у нас есть отдельное видео. И на всякий случай напомню. Церковно-славянизм и славянизм – это одно и то же. Вот и мы будем использовать второе слово, потому что просто короче. Архаичные элементы грамматики и синтаксиса вроде «примаша», «погребох», «похотел бысть», «едущую ему» и прочее сами по себе вышли из употребления в письменной речи еще в середине 18 века. Грамматика Ломоносова стала вишенкой на торте в борьбе с этим ветхим слогом. Однако до времен Пушкина горячим оставался спор о церковно-славянской лексике. Тогдашний письменный язык даже часто называли «славяно-российским». Так много в нем было славянизмов. Очень многие слова ходили по текстам в двух видах – русизм и славянизм. Славянизм очень легко показывать на примере названия частей тела. И первая группа – это такие слова, которые не похожи ни на какие русские. Очи, рамена, персты, ланиты, чресла, выя, перси, чело. Вторая группа слов – это славянизмы, у которых есть русские однокоренные пары. Голова – глава. Борода – борода. Волосы – власы. Длань – долонь, то есть ладонь. Ко временам Пушкина можно говорить о двух видах славянизмов. Маркированные – те, которые опознавались любым человеком как явно церковные. Вообще, калика, нощь, алкать, злато, днесь, глаголать, древеса и прочее. Не маркированные. Просто этимологические старославянские слова, которые уже издавна стали естественны для живой речи. Младший, а не молодший, охрана, а не охорона, поздравить, а не поздоровить, видящий, а не видячий и прочее. В годы пушкинской юности существовали две крупные литературные группы – шишковисты и крамзинисты. Их спор основывался на принципиально разных взглядах на церковно-славянское наследие в целом. Молодой Карамзин видел в славянизмах чуждый русскому языку элемент, патологическое сочетание несочетаемого, засорение, мешанину. Шишков считал, что церковно-славянской и русской – это в сущности один язык, они только различаются по стилю. И так называемые славянизмы – это главное богатство этого языка, они красивее и они лучше передают смыслы. Должно сказать, что во многом эти взгляды были декларативны. Большая часть текстов и того, и другого по словарному составу примерно одинаковы. Да, заметно, что Шишков тяготеет к большему количеству книжных слов, однако же все они сути в современном языке и понятно любому. Часто вспоминают забавные казусы вроде тех, что Шишков патологически боялся иностранных слов и вместо «галош» он придумал «макроступы». Но это в сущности не более чем раскрученные перлы. На деле же по языку произведения Шишкова похожи на другие тексты рубежа веков. В них нет ни древнеграмматических конструкций, ни непонятных и устарелых славянизмов, которые бы бросались в глаза. Причем бросались бы в глаза не только современному ему, но и современному нам, читателю. То есть мы до сих пор понимаем его сочинение без труда. Слог Карамзина на фоне Шишкова воспринимается проще. Но и у него на каждой странице рассыпаны славянизмы. Но и у него есть такие предложения, которые нужно перечитать по нескольку раз, чтобы понять. Да и поздний Карамзин более умерен в ревности реформ русского слога и часто использует славянизмы, которых в молодости он еще сторонился, и правит свои старые тексты. Он пишет историю государства российского, и в таком контексте он находит уместным использовать славянизмы, чтобы передать дух стародавних времен. Строго говоря, Пушкина нельзя отнести ни к одному из литературных лагерей того времени, но, конечно же, он ближе всего к позднему карамзинизму. Саш, а вот ты говорила, что из русских писателей тебе нравятся произведения Чехова, Гоголя, Гончарова, Чернышевского. А вот скажи, кто из русских писателей тебе нравится как мужчина? Слушай, это хороший вопрос. На самом деле, я вот точно могу сказать, что это не Толстой. У нас с ним вообще разные взгляды на жизнь, ну и вообще он морализатор такой. Значит, точно не Лермонтов, такой, знаешь, страдалец и вообще сопливый нытик. Это не мой мужчина явно.
Ну вот, наверное, Пушкин, знаешь, такой открытый, простой, с чувством юмора, это из его произведений, да и писем понятно. Ну, одним словом, лучезарный человек. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Пушкин чуждается каких-либо крайностей и радикальностей в вопросах языка. В том он был близок античным мудрецам, которые почитали во всем умеренность. Он против засилия иностранных слов, но критикует тех, кто желает очистить от них язык. Он не отвергает церковнославянского книжного наследия, но вместе с тем обращается и к народной речи. О низком он может сказать неожиданно тонко, а о высоком – писать обыкновенным языком. Пушкин не следует жестко академическим нормам и предписаниям словарей, но критикует тех, кто разбавляет свою речь грубым жаргоном, диалектизмами, искажает правила грамматики и пишет неестественно. Пушкин полагается на свой вкус и чувствование языка. Можно взять свой текст, любое языковое средство, но прежде нужно несколько раз подумать, насколько оно будет уместно именно в этом произведении, как оно будет смотреться именно в этом контексте. На повестке дня в его время стояли следующие вопросы развития русского языка. Что делать со славянизмами? Юный Пушкин был склонен отвергать высокий славянский стиль, глухого варварства начала. В поэзии славянизмы и русизмы он часто просто взаимозаменял для удобства размера или для рифмы. И так делал не только он. В то время так поступали большинство поэтов. Но примерно к 25 годам Пушкин пересмотрел свои взгляды на славянский стиль и выработал особое отношение к славянизмам. Его мы сейчас и будем рассматривать. Пушкин не был лингвистом, а потому он не делил слова на исконно русские и на исконно церковнославянские. Наука уже позволяла в то время определять этимологию слов, но набор формальных признаков устройства слова для него ничего не значил. Пушкин смотрел на лексику языка под другим углом. Этимологические немаркированные славянизмы Пушкин считал исторической данностью. Исправить это никак нельзя, да и не нужно, потому что только чокнутый станет утверждать, что вместо «охлаждать» нужно писать «охлажать», а вместо «здравствуйте» – «здоровствуйте». Для маркированных славянизмов Пушкин старается определить тот стилистический оттенок, который слово получило в литературе предшествующих десятилетий. На деле он с опаской использовал только те славянизмы, которые жестко ассоциировались или с церковью, или с Библией. Но других славянизмов он не чурался. Он использовал их по своему усмотрению для нужд конкретного текста. За славянизмами в то время уже закрепилась устойчивая функция – создание возвышенной и поэтической атмосферы. В общем, Ломоносову все. 18 век и 19 разнствуют в том, что в 18 веке славянизмы были обязательной принадлежностью текста о чем-либо высоком, серьезном. Без них нельзя. Пушкин хотел отучить публику от мысли, что если в тексте славянизмы, то он непременно должен касаться до какого-то серьезного и важного предмета. И наоборот. Пушкин рассматривал славянизмы лишь как инструмент, который можно использовать, а можно и нет. Пример, где в высоком контексте рассуждения царя используются маркированные славянизмы, выделены красным, и русизмы и разговорные элементы, выделены голубым. Мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уже хладев, скучаем и томимся. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл, в мучениях погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Такое смешение часто критиковалось современниками. Так рецензент «Вестники Европы» за 1821 год пишет. «Подкопан трон, и алтарь опрокинутый, вместо неспроверженный или разрушенный. Какое странное сочетание слов, кое сообщает понятие о предметах высоких и внушающих благоговение со словами низкими». Многие критики атаковали Пушкина из-за строки в «Руслане и Людмиле» «От ужаса зажмуря очи». Еще пример. Слова «усы», «визжать», «вставай», «мазепа», «ого», «пора» показались критикам низкими, бурлацкими выражениями. Как быть? Хотя критики плевались и визжали, как свиньи, именно пушкинский подход к славянизмам оказался востребован литературой 19 века. Что делать с просторечными, диалектными, низкими словами?
Обычно Пушкину в важнейшую заслугу ставят то, что он сблизил письменный язык с речью простого народа. В некотором роде сие есть правда. Посмотрим, что об этом говорил сам Пушкин. Разговорный язык простого народа, не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке, достоин также глубочайших исследований. Вслушивайтесь в простонародное наречие, молодые писатели. Вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах. Изучение старинных песен, сказок и тому подобного необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими презирают. Однако Пушкин не собирался доводить эту идею до логического конца. Пушкин не революционер языка. Он не собирается решительно порывать с традициями прошлого и сооружать новый литературный язык с нуля, как, например, хотели сделать некоторые большевики в 20-е годы. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Пушкин не стремился нарочно писать народным языком. Он рассматривал речь крестьян и мещан лишь как очередной источник языковых средств, которые, однако же, могут быть где-то уместны, а где-то неуместны. И да, по крайней мере на словах, он придавал ему большую значимость, чем устной речи образованного класса или же иностранным языкам, чем, к слову, отличался от Карамзина. Карамзин, как мы знаем, заботился о салонных дамах. А ведь они могли сказать свое утонченное «фи» всякому разговорно-мужицкому слову. Ведь, согласитесь, обидно, когда все сочинение написано изысканно, а потом в конце «хоп, вот и она, одно лихое словечко, и всю малину обосрал». В советские годы тягу к народным словам и выражениям у Пушкина объясняли его особой любовью к народу. Впрочем, это лучше связывать с простым веянием времени. В культуре романтизма, которая как раз расцветала в годы пушкинской юности, особое внимание уделяется идее так называемого «народного духа» – «der Volksgeist». О том, как эта идея влияла на отношение к диалектам и к народной речи, мы даже рассказываем в одном из наших видео. Ссылка в описании. Эту мысль впервые развил немецкий мыслитель Иоганн Гердер, а потом распространил популярный в России философ Фридрих Гегель. А идея эта заключается в том, что, мол, у каждого народа есть свой особый дух, и он в том числе выражается в народном языке. Эта категория, правда, метафизического толку. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Итак, Пушкин избирательно подходит к народному языку. Он отсеивает явные грубости, нализаться, набухаться, долбиться, пожрать, дылда, морда и другие. Слова, за которыми уже закрепились просторечные коннотации. Покудово, пущать, склизкой, испужаться. Диалектизмы. Баса, кочет, буряк, корумка, лускалка, лопарь и другие. Из диалектных слов Пушкин старается использовать более-менее то, что известно по всей стране. По что, шуршать, зачинать, вчерась и иные. Пример работы над текстом «Барышни-крестьянки». Пушкин отбрасывает в окончательном варианте повести такие областные особенности речи, как «и собаку-то кличешь по-хранцузски», окончательный вариант был «и собаку-то кличешь не по-нашему», или «а что ты думаешь», или другой черновой вариант был «а чего ты думаешь», окончательный вариант «а что ты думаешь». А вот как Пушкин упрощает строку в стихотворении. «И конь гнедой», далее «и тощий конь его почуя», далее «его лошадка снег почуя». Народные языковые средства можно использовать не только в текстах на фольклорную, крестьянскую и прочую тематику, но и, положим, в публицистике, в авторской речи. Если фраза экспрессивна, задорно звучит, то почему бы и нет? Они, во-первых, объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика. Конечно, народные слова, обороты и выражения и раньше встречались в литературе, причем не только в развлекательной, но и в серьезной. Однако, во-первых, после Пушкина их стало значительно больше. Ну, пошла эдакая романтическая мода. Во-вторых, он своими текстами как бы показал, что использовать их в авторской речи, в жанрах так называемого среднего или даже высокого стиля, это нормально. Если уж такой великий поэт так делает, так значит и другим можно. В-третьих, он часто писал ответы на критики, где отстаивал и обосновывал свой подход. Таким образом, в годы Пушкина подобное смешение стилей стало уже восприниматься не как бурлеск, не как макроническое сочленение несовместимых стихий ради комического эффекта, но как вполне допустимое языковое средство. Пушкин
этот вольнолюбивый насмешник над царизмом и непримиримый противник крепостничества, не мог не отпечататься в народной памяти. Песни, предания, легенды о великом поэте давно привлекали собирателей старины. Живой источник народного пушкинского предания, открытый в Ивановской области в канун столетия трагической гибели писателя, будет представлен вашему вниманию в исполнении ансамбля совхоза «Красный хлебороб». У Марфушек лежок изобилие. Есть поэт один хороший, Пушкин по фамилии. Нам с Иванова прислали много книжек на село. Мы с любимым прочитали нынче Пушкина всего. Всем любимым и влюбленным мы теперь хотим сказать, чтоб любовь была нежнее, нужно Пушкина читать. Пушкин говорил на французском с детства, как на родном. В дворянском обществе французский был много более распространен, чем русский. Пушкин вел переписку на французском со своими родственниками и друзьями. Пушкин писал стихотворения на французском. Пушкин читал французскую литературу в оригинале. В сознательном возрасте он выучил английский, а также некоторые другие иностранные языки. В текстах Пушкина временами встречаются обороты, прямые кальки со французского языка. Положим, вот такое явно не русское устройство фразы. Но зато Николай, Александр Раевский и я, мы вдоволь над ними насмеялись. Вглядитесь, тут прям так и сквозит вот это «Николай, Александр и moi, nous ne sommes moqués de lui». Не одобрял Пушкин и бездумную борьбу за чистоту языка. Над пуристами он явно стебался. Самое известное выражение по этому поводу. Она казалась верной и снимок. «Дю комильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. Пушкин считал, что если перевести слово никак нельзя, его смело можно заимствовать. Фрак, жилет, панталоны, трико. Как это переведешь? Да никак. Пушкин осознавал, что есть сфера, где европейская культура сильнее русской. Это наука, политика, философия, экономика, техника, мода. И заимствование из этих областей он приветствовал. Лучше взять несколько научных терминов в русский язык, чем признать, что по-русски об этом вообще говорить нельзя, и перейти для обсуждения этого вопроса на какой-нибудь немецкой. Однако все же, если свое слово уже есть, нечего вводить иностранную замену. Избегайте ученых терминов и старайтесь их переводить, то есть перефразировать. Это будет и приятно неучим, и полезно нашему младенствующему языку. Что важнее, писать красиво или писать кратко и ясно? Прелесть ногой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями. Точность и краткость – вот первое достоинство прозы. Она требует мысли и мыслей. Без них блестящее выражение ни к чему не служит. Мы уже упоминали, что в 18 веке, сообразно с установками эпохи, часто считалось, будто бы красота слога важнее его понятности. Так продолжали думать некоторые и в начале 19 века. Большим плюсом прозы Карамзина было то, что порядок слов в ней относительно прост. Но минусом оставалось обилие украшений, уже другого рода. И эти украшения также часто сбивали читателя с толку. «У нас светит. Бледная Геката отражает тусклые отсветки. Окна заиндивели. Свирепая старица разрисовала стекла. Карамзин-то понимал и даже сам обыгрывал. Дунул северный ветер на нежную грудь нежной родительницы, и гений жизни ее погасил свой факел. Да, любезный читатель, она простудилась». Пушкин подобное украшательство терпеть не мог и сам их использовал только по большой художественной нужде. Читаю отчет какого-нибудь любителя театра. «Сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлу...» Боже мой, да поставь, это молодая хорошая актриса. И продолжай. Будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. Эти люди никогда не скажут дружбы, не прибавя, сие священные чувства, коего благородный пламень и прочее. Должно бы сказать, рано поутру, а они пишут, едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба.
Ах, как это все новое и свежо. Разве оно лучше, потому только что длиннее? Пушкин старается избегать языковых средств, которые затрудняют понимание. Длинные предложения, инверсии, развернутые метафоры и прочее. Также известно, что большое количество определений и других второстепенных членов замедляет повествование. Однако большое количество глаголов, а следовательно и большое количество действий, делает рассказ динамичным. Сюжет легко представляется в воображении. Об этом знал и Пушкин. Хороший пример. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он. «Здесь», – отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» – закричала вслед ему служанку. «Авдотья Самсоновна – гости!» Пушкин старается писать не очень длинными предложениями с прямым порядком слов. Но ведь то же самое постулировал и Карамзин. В отличие от него, Пушкин сокращал также количество и второстепенных членов, метафор и прочих украшений. То есть Пушкин на фоне других писателей своего времени смотрелся эдаким Довлатовым. Классно и живо написано, легко и быстро читается, все понятно. Я полагаю, что среди вас, дорогие мои слушатели, нет дураков, и что все вы люди, склонные к работе разума, но не фанатичной вере. Тогда вам вопрос. А кто же для нас авторитет в деле так называемых норм? Вы скажете, образованные люди. Но кто эти образованные люди? Пушкин? Толстой? А может быть даже сам Виноградов и КГП Устовский? Только мы, лицо нашего времени, рок времени срубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно, Академии Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Как русский язык будет разделен стилистически? Господствует мнение, что до Пушкина, по системе Ломоносова, русский язык существовал в рамках трех стилей – высокого, среднего и низкого. А Пушкин, мол, взял средний стиль, но расширил список допустимых в нем языковых средств. Так и появился современный русский литературный язык, уже на его основе потом возникли другие стили современного языка – научный, публицистический, официально-деловой и прочее. Это верно лишь отчасти. Правда в том, что Пушкин и многие его современники действительно думали, что есть эти три стиля. А неправда в том, что это мало соответствовало реальному положению дел. Во многом это была просто теоретическая конструкция Ломоносова, да, пусть и важная для общественного сознания и культуры своего времени. Почти мгновенно после выхода ломоносовского труда стало ясно, что, очень редко мы находим произведения чистые по стилю. Более того, не было стилистических словарей или справочников. Какие-то начертания дал Ломоносов, преимущественно грамматические. Но четкого деления не было, оно оставалось на личное понимание каждого отдельного писателя. А средний стиль – это и вовсе во многом фикция, потому что это лишь набор того, что не попало ни в высокой, ни в низкой. То есть это не нечто, что ученые в 18 веке сознательно отнесли к среднему стилю, а это то, что они просто проигнорировали, когда разрабатывали высокой или низкой. Собственно, художественной литературы 18 века средний стиль почти не использовался. Средний стиль тогда – это публицистика, образовательные, научные тексты и прочее. Авторам текстов среднего стиля вообще не нужно было искать особой чувствительности или выразительности. Их вообще редко заботит стилистическая дифференциация и поиск слога. В истории чаще происходит так, что именно язык художественной литературы, изящной словесности оказывает влияние на язык текстов так называемого среднего стиля, то есть не литературы в бытовом понимании, но не наоборот. Отчетливо высокие и явно низкие слова из-за частого употребления становятся более нейтральными. Например, слова «скрежет», «призрак», «представить», «дерзать» и «уповать» раньше воспринимались на одном уровне с «втуне», «поелику» и «дрожайшим». Но зато словари Академии Российской 1794 год просторечными названы такие слова. «Бедняк», «быт», «жадный», «назойливый», «намекать», «заносчивый», «молодежь», «удача», «пачкать», «судить», «этот». Пушкин начинает реализм в русской литературе. Цель реализма – наиболее точное отражение действительности. В литературе реализма крестьянин, слуга, лакей, разбойник не могут говорить церковнославянскими выражениями и использовать в своей речи образы из античной литературы только по одному тому, что жанр конкретно этого произведения относится к высоким и там освещается какая-то высокая тема, условно говоря, конфликт долга и чувства у барина. Потому любые языковые средства хороши, лишь бы они точнее отражали действительность.
Пушкину не так важно генетическое происхождение слова. Пришло ли оно в литературный язык из иностранных языков, из церковных книг, из диалектов или из жаргона петербургского дворянства. Он отрицает жесткую связь разговорный язык, низкий стиль, церковнославянский язык, высокий стиль и использует каждое слово по мере необходимости. Опирается он частично на свое языковое чутье, частично на уже закрепившееся у слова стилистические оттенки. Потому Пушкин не признает необходимость произведения быть цельным по стилю. Ведь почти всегда в сюжете крупного произведения будет и что-то серьезное, высокое, и что-то смешное, низкое. Большая часть же текста будет нейтральной. Явных стилистических макаронизмов в одной фразе он сторонится. Например, «Очи разуй», «Ея чресло лапать» или «Девка теребила перстами золотые волосы». Это вызывает комический эффект. Ну, исключения есть, вроде «зажмурив очи», но они редки. Однако более крупные куски текста так дробятся легко. Само произведение у Пушкина разбивается на множество микротекстов, каждый из которых един стилистически. Очень хороший пример из пушкинской поэзии, где стихотворение разбивается на три равных части. Церковно-торжественное начало, карамзинистско-французская середина и народно-разговорный конец. «Сия пустынная страна священна для души поэта. Она державенным воспета и славой русскую полна. Еще до ныне тень Назона дунайских ищет берегов. Она летит на сладкий зов питомцев Муз и Аполлона. И с нею часто при луне брожу вдоль берега крутого. Но, друг, обнять милее мне в тебе Овидия живого». Для всех ли целей подходит русский язык? В 1825 году Пушкин пишет: «Ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись. Метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны». Главной особенностью полностью развитого языка можно считать то, что им можно выразить все, что угодно. На нем можно написать научную или политическую статью. Его слогом можно создать ощущение старины и народности. Им можно написать любовную поэзию. Им можно жестко выругаться. Им можно рассказать сказку ребенку или же обсудить вчерашнюю тусу с друзьями. Очевидно, что если у народа никогда не было необходимости изъясняться на какие-то темы, он и не сможет это так сделать сходу с налету. Создать научную, политическую, философскую терминологию – это огромный труд многих поколений. Обычно этот процесс весьма прозрачен и происходит в позднее время. Так, положим, известно, что русский философский язык сложился на основе немецкого в начале, в середине 19 века. При Пушкине еще многого не было, поэтому неудивительно, что ему и его современникам часто приходилось сбиваться на французской. Просто непонятно, как некоторые вещи сказать по-русски. Наверняка подобное чувство знакомо всякому, кто хорошо знает иностранный язык и с какой-то темой он ознакомился через иностранные тексты. Когда хочешь своему русскому собеседнику пересказать это, не всегда даже понятно, какие лучше слова подобрать, потому что в голове мельтешат только иностранные термины. Пушкин, конечно же, был убежден, что русский язык должен стать функциональным во всех жанрах литературы и во всех сферах жизни. Возможно, один из ответов на вопрос, почему Пушкин считается главным русским писателем, таков. Пушкин успел оставить след почти везде. Он писал и стихотворения любых жанров, и поэмы, и сказки, и романы, и повести, и драму, и мемуары, и дневники, и публицистику, и критику, и исторические работы, опубликованы его письма. И всем этим он известен. Примерно до 23-25 лет Пушкин просто пробует себя в разных жанрах и стилях. Как трудолюбивая пчела, он искал все достойное у разных писателей разных направлений и отвергал то, что ему не нравилось. Пушкин писал хорошо, лучше многих, но в сущности так же, как и все. Однако и в поздние годы Пушкин создал не более, чем собственную, легко узнаваемую манеру. Такая есть у каждого крупного писателя. И это ни в коем случае не тянет на создание, на реформу, на преобразование русского литературного языка. Все такие слова о Пушкине не более, чем торжественная болтовня. Пушкин выработал свой любопытный взгляд на славянизмы, на простонародные слова, на употребление разных стилистических средств. Но ни в каком обобщающем труде Пушкин не изложил свои взгляды на развитие русского языка. Вместо этого только общий набор высказываний, иногда противоречивых, в разных статьях, в личных письмах, в ответах на критику или в разборах произведений других авторов. Благодаря текстам Пушкина некоторые слова изменили свое значение или стилистический оттенок. Но Пушкина нельзя считать и реформатором стилистики. Пушкин скорее просто боролся с общественными стереотипами. Ведь никакой системы
трех штилей до него и не было. Пушкин просто был начитан и обладал языковым чутьем. В этом и заключается секрет его слога. Пушкин стоял на плечах гигантов Карамзина, Фанвизина, Радищева и многих других, кто для своего времени писал не менее оригинально, чем он, но тем не менее не удостоился в будущем лавров создателя современного литературного языка. Пушкин просто написал очень много, он работал в самых разных жанрах. Ну и его стиль действительно приятен для чтения. На мой взгляд, важнее всего то, что еще при жизни Пушкин стал легендой. Да это просто настоящая суперзвезда по меркам своего времени. Из знаменитого дворянского рода. Первый русский писатель, который сумел разбогатеть на своем творчестве. Приближенный императора, друг других известных литераторов. Любимец прессы. Множество любовных похождений, дуэлей, скандалов, ссылки. Что-то хорошее когда-то сказал о русском народе, что-то плохое о крепостничестве, чем потом очень полюбился большевикам. Ну и, конечно же, трагическая гибель на дуэли. Погиб, можно сказать, из-за любимой женщины. Умер молодым. Не будь всего этого, не было бы и культа писателя. Былое нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.